Добрый день, друзья! Сегодня в этот солнечный день мы наконец-то прокатились на новом GL 1800, на новой Голде. Что я могу сказать? Она стала более такой поджарой, более сухой. Мне очень понравилось управление, как работает новая вилка. Потрясающе оттормаживается, что задним, что передним тормозом. Великолепно работает двойная комбинированная система. Как работает новый семиступенчатый автомат? Как и предыдущий, отлично. Чисто интуитивное, абсолютно понятное, предсказуемое переключение передач. Такие функции, как, к примеру, старт-стоп, мы здесь все-таки опробовали. Это действительно очень удобно. Что нам это дает? Хорошая экономия топлива. Что могу сказать по музыке? Подключали телефон, слушали музыку через Bluetooth, качество отличное. Вот, все супер. У многих, может быть, возникнут вопросы, как он стал на 50 килограмм легче, как это все отображается, как это все чувствуется. Ну, как я уже говорил, это ты садишься в большой дорожный мотоцикл, я думаю, многим придется по душе. С 2001 года не было крупных обновлений, все очень долго ждали, когда же случится, когда будет Голда на автомате. И вот она, пожалуйста, она стоит перед нами. Давайте вкратце я вам расскажу, что здесь есть. Тут куча всего нового. В первую очередь стоит заметить, здесь необычная многорычажная подвеска передняя, электронная ручка газа, 4 режима работы двигателя, возможность подключения телефона через Apple CarPlay, рукоятки с подогревом, сиденье, электростекло. Возможно, через Bluetooth подключать любой телефон. Система помощи подъема в гору, система контроля давления в шинах, новая подушка безопасности. Электрическая часть мотоцикла также претерпела огромные изменения. И самое главное, я считаю, нововведение – это бесключевой доступ, что крайне удобно и, в принципе, очень современно. Суммируя, в общем, все вот эти вот новшества, нововведения, приятный материал, приятную облицовку. Подходя к мотоциклу, ты понимаешь, что это все-таки флагман Honda, и на нем действительно приятно ездить. Теперь давайте более подробно рассмотрим такую интересную конструкцию передней подвески. Что это такое, зачем это нужно и что, собственно, с этим делать. Honda еще много лет назад запатентовала, на самом деле, такого рода подвеску. Это многорычажная передняя подвеска. В чем ее суть? Поскольку здесь у нас основную роль играет центральная стойка, при резком торможении у вас исключается элемент так называемого клевка. Данный мотоцикл оборудован системой DCT, автоматическая коробка передач. Впервые в истории мотоциклостроения это семиступенчатый автомат. Главная особенность данной коробки передач заключается в том, что теперь у нас появился так называемый Walk Mode. Это режим, который позволяет нам селекторами осуществлять движение назад, либо вперед с очень малой скоростью, порядка 3-4 км в час. Давайте теперь расскажем вам, как соединить телефон с мотоциклом через систему CarPlay. Открываем кофр. Очень важная особенность заключается в том, чтобы мотоцикл был соединен с телефоном через систему CarPlay, нам необходимо телефон фирмы Apple и гарнитура. Это должна быть либо на шлемная гарнитура, либо беспроводные наушники. Включаем гарнитуру. Переводим ее в режим поиска, включаем мотоцикл, переходим в общее меню, настройки аудио, Bluetooth соединение, Rider HS Pairing, означает поиск гарнитуры. Делаем запрос, ждем. Так, ну вот она у нас нашла гарнитуру. Далее мы подключаем телефон. Обязательно нужно использовать USB кабель. У нас доступен телефон, музыка, навигация, сообщения, наше приложение для Honda. Прокладываем маршрут, ну, скажем,
до Сочи. Можно прибавить громкость. Маршрут найден. Начать. Начало маршрута в пункт назначения Сочи. Двигайтесь на запад по дороге Боровское шоссе. Вуаля! Едем в Сочи. Хочу также напомнить вам, что, к сожалению, штатная навигация Goldwing просто не видит Россию. Пользоваться ей у нас невозможно. Поэтому подключение телефона через Apple CarPlay решает все ваши проблемы с навигацией, с музыкой и с контактами. Двигайтесь на запад по дороге Боровское шоссе.